Так, телепузика сделала себе завтрак. Оладьи пожарила. Кофе без молока, 1,5 ложки сахара. Вот сметаны, сгущенка. Это мой завтрак. Да, мне не жирно. Еда – это чудо. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Ребят, погода такая хорошая. И со сметаной, и сгущенкой попробую, поем. И кофе. Ребят, погода очень хорошая. Ну, пасмурно, но хорошая. Все тает. И на вкус, и на соль, и на сахар хорошие. Меня смотрим только толстые. Кто на диете, меня не смотрим. Это не для худых. Только для толстых.